Ну, привет, Дмитрий. Что-то тут не работает у меня. Я не могу ничего сделать. Так, теперь. Привет. Привет, привет. Чего ты там не можешь сделать? Все работает, все нормально. Сейчас настрою, чтобы, как всегда, моя лицо не помещается в эти маленькие квадратики. Или с квадратиками надо что-то делать. Ну, или с лицом, не знаю. Я еще пока не решил, с чем быстрее это будет. Как настроение? Хорошее настроение. Ну, замечательно. Хорошо. Хорошо. Ну что, начнем потихоньку. Поведаем что-нибудь интересного людям, которые нас смотрят. Ну, особенно, которые не смотрят. Мы им поведаем в записи, если они придут. Но если не придут, значит, не узнают самого интересного, с тем и останутся. До смерти, без знаний, которые мы им можем дать. Ну что, сказка интересная, преамбула закончилась. Рассказывай, как ты пришла к этому? Как вообще все произошло? Вот там медиум, вот там куча всего. Начни с нормально-ненормального. Ну, а потом расскажешь дальше, там у тебя какие-то там не совсем понятные, ну, там диплом это понятно, но не совсем понятно, что это. Вот такой немножко план вопросов у меня. Начни с самого начала. Что произошло, как ты вдруг себя определила в зеркале? Вау, это кто? Ну, то есть, что ты не совсем... Ну, как мы, собственно, как и я, не совсем... Нормально, ненормально? Рассказывай. Ну, это все произошло не в один день, как бы. Не то, что я бы проснулась, и хоп, я поняла, ага, я медиум. Нет, такого не было. К сожалению или к счастью, но это было не так. Ну, эзотерикой я увлекалась, в принципе, ранее тоже, там, 10 лет назад и 15 лет назад, и, наверное, с самого детства, насколько я себя помню, меня всегда тянуло. Ну, как-то, ну, тянуло и тянуло, ну, тут прочитала, там прочитала больше. На больше интереса не было, как бы. Или боялась я этого всего, не могу тебе сказать. А все интересное самое началось после смерти моего отца. Вот, он у меня умер на руках, и, видимо, этот стресс вызвал такие изменения у меня, что вот потихонечку начало что-то мне такое со мной странное происходить, не мне приходить, а со мной странное происходить. У меня начало пробки вырубать дома, я начала садиться, и я начала всякие энергии такие разные видеть. То, что, наверное, многие называют там аурой и все такое. Ну, испугалась поначалу, конечно, не поняла, в чем дело. Часы у меня начали останавливаться. То есть не только наручные, а также вот до сих пор в кухне я их не сняла, они у меня тоже остановились. Техника ломаться начала. Спать я плохо начала. Просыпалась, свет вдруг горит, причем дети у меня не вставали по ночам, ничего, и сама я не вставала. Ну, вот такие странные вещи начали происходить, и я начала больше об этом задумываться, что к чему и почему, и потом обращаться к людям, скажем так, которые мне по интуиции подсказывала мне что-то, моя интуиция, что они мне могут помочь разглядеть и раскрыть в себе это нечто, что ко мне так врывалось в дверь. Ну, супер интересно. А дальше ты как пошла? Какими путями? Что, кто встречался на дороге, как это было? Расскажи какие-то, как под познание это потихоньку собирались. Что интересного есть у тебя на дороге было? Ну, на дороге было, что я подумала, начну с самого легкого. Самое легкое я решила, что это Таро.
карты Таро, как они тоже проводники, и думаю, может, получится на них. Попробовала по интернету поискать одно, второе, третье, десятое, что-то мне не пошло, не зашло, то, что очень много информации, не знаешь, где правда, где неправда. И попался мне один курс по Таро, я пошла сначала в этот курс, я послушала, что к чему, мне они понравились, и учитель понравился, и вся группа понравилась. Я записалась на курс Таро, куда я до сих пор хожу. Очень интересная тема. И там попеременно тоже и эзотерика проходится, и магия, и все-все-все. Вот. А потом мне пришло такое видение: дракон и кошачий глаз. Вот ни с того, ни с сего. Я просто сидела, ничем заняты мои мысли, в принципе, не были. Я ни о чем не думала. И просто вот мне такое приходит, как картинка, вот дракон и кошачий глаз. И как раз я тебя потом увидела, вот сзади тебя у тебя дракон, и где-то у тебя кошачий глаз. Да, и дракон тут есть у меня сзади, и кошачий глаз тоже есть, вот он тут рядом, вот. Я сначала не поняла, что к чему, думала, может, мне надо там кошачий глаз какой-нибудь, камень искать, или что за дракон, я не поняла, почему у меня такие видения, почему такие картинки, а потом, когда тебя увидела... Ты, кстати, был еще в эфире без этого дракона, ты был просто в эфире, я тебя слушала, раза 3-4 я, наверное, подслушала, и потом вот я к тебе, когда попросилась на диагностику, я уже увидела и поняла, вон, не дракон, а это кошачий глаз. Так я к тебе попала, так я начала Понятно. Тебя забирать информацию. Понятно. Замечательно. Значит, ты кошачий глаз и дракон увидела раньше, чем увидела их у меня. Да. Понятно. Хорошо. А по Таро там что, длинный, большой курс? Как это происходит? Вот обучение, которое... Обучение Таро, там длинный, большой курс, ты уже работаешь с людьми? То есть, ну, да, насколько да, быстро это можно начинать работать с людьми? Курс рассчитан на год, да, и даже на полтора года. Называется «Состояние жрицы», из-за чего я туда и пошла. Сейчас они, весь курс находится на стадии, когда изучаешь именно карты, ты их заучиваешь, а у меня уже чуть-чуть продвинулось то, что вот именно вот это состояние жрицы. Я просто так, например, карты сами по себе заучивать мне было предельно неинтересно, хотя я это, конечно, еще делаю до сих пор, раз так это в курсе предлагают. Но когда человек ко мне приходит, и у меня эта информация уже поступает через карту, без того, что вот, вот то, что я заучивала, там уже, в принципе, оно не особо-то и нужно. А так рассчитано вот на такой долгий срок, да. Ну, ты уже работаешь с людьми, то есть уже как бы да, добро есть, да. Понимание есть, да, и можно приходить. Да, я начала... Начала с себя, но на себя очень сложно гадать Таро, это как сапожник без сапог, потому что, видимо, эмоции играют большую роль, и как-то не можешь понять, что за расклад. А вот по своим знакомым и родственникам начала, отзывы хорошие пошли, и потом уже начала, да, вот так онлайн зазывать людей, и приходят, да. И все хорошие отзывы оставляли пока мне лично. Ну, отлично, отлично, замечательно. А ты где-то себя выкладываешь, там есть у тебя расценки, ну, как это все происходит? Вот, допустим, тот захочет, сейчас нас посмотрит, захочет, чтобы ты сделал расклад. Где, как, куда стучать, сколько денег нести, то есть как это происходит? Сам процесс. Ну, моя страничка есть также в ТикТоке, есть в Ютубе, но в Ютубе я только начала, там еще раскладов ничего нет. Там услуги в общем описаны, что в общем я могу делать. Еще не все, конечно, но пока, в смысле не все, там еще больше список будет длиннее, но пока так. И эти 2 недели я набираю людей, так сказать, больше, наверное, для... опыта и для некого понимания некоторых вещей для себя. Поэтому именно расценки я оглашу недели позже. Я в процессе. То есть у тебя некая акция сейчас будет происходить. Да, 2 недели акция. Ну вот здесь, допустим, в Инстаграм, где тебя, как, в директ писать, или там есть тебе какая-то ссылка? Там есть мой телефон, мне можно написать в WhatsApp по телефону или в мой email.
Также можно написать. Кому как удобно. Мне удобнее по WhatsApp, конечно, когда человек пишет, описывает ситуацию. Знаешь, так интересно, бывают такие люди, которые идут, говорят, ну, ты же медиум, расскажи ты мне все обо мне. Ну, так, наверное, это не действует это так, потому что в таком случае я мало что могу рассказать о человеке. Мне нужен запрос, потому что я сотрудничаю с высшими силами, и высшие силы дают мне только тогда поток информации, когда человек в ней нуждается. Вот так те, кто приходит ради интереса, расскажи мне что да как, в них я энергию не вкладываю, и даже хоть осознанно, хоть неосознанно, так оно не действует оно так. Угу. А вот расклад, он какой-то один его тип или как-то они разделяются? Ну, то есть ценник, вот как это все, ценник и время? Там какой-то один расклад вопрос? По Таро? Угу. Расклад по Таро, есть очень много разных раскладов. Идет же опять речь о том, какой запрос у человека, если это более объемный, так сказать, который много займет у меня по времени, то, естественно, и цена будет больше. Если это просто там любит, не любит, придет, не придет, уйдет, не уйдет, на да, нет, то, конечно, там и цена будет ниже. Это все зависит от ситуации, что конкретно человек хочет увидеть или узнать, скажем так. Понятно. Но оценник примерно какой? Ну, то есть... Я проживаю в Германии, поэтому у нас евро, могу озвучить в евро, начинается от 10 евро и доходит до 50 евро. Угу. В зависимости Понятно. От... Понятно, понятно. Ну, в общем, все, кто видит, знает, да, те стучат, и ты как бы оглашаешь уже стоимость и все остальное. Да, вот, да, понятно. Да. Тут вот вдогон пишут, на что гадаете. Это к тебе вопрос, то есть на что гадаете? На что гадаю? Ну, сферу мне называет сам человек, сам клиент, на что он хочет. На финансы, на отношения, на какие-то развития событий. Ну, вот это то, что говорят, очень любят говорить многие, погадай мне на будущее. Я уже где-то выкладывала даже такое видео, что будущее, оно имеет некое свойство меняться, поэтому все в ваших руках. И тут я могу лишь тот вариант просмотреть, который в данной ситуации, когда вы ко мне обращаетесь, имеет, так сказать, больше, по процентам больше проиграться, чем любой другой вариант. Это лишь один вариант. То есть если ко мне приходит человек, вот сопьюсь я или не сопьюсь, да, у меня там будут какие-то проблемы, потому что я пью с печенью там или не будут, то я могу увидеть, сказать человеку, он скажет, да знаешь что, да вот фиг тебе, я не буду больше пить и не будет у меня проблем. Естественно, он в этот момент уже меняет свое будущее, поэтому на будущее именно вот я стараюсь не брать людей, чтобы посмотреть, что там, как там завершится ситуация. Вот такое не люблю я. Так что финансы, отношения, там говорю такое, как любит, не любит. Многие девочки приходят, особенно молоденькие, спрашивают. Ну, такие расклады есть. Или что, куда лучше поехать, например, когда два варианта есть, вот, ну, там, например, там в Турцию или в Испанию, где будет безопаснее, да, я тоже могу такие расклады сделать. Или в какую больницу лечь, или в каком банке там лучше взять кредит, или такое вот. Из двух вариантов, например, выбирается потом лучше. Такие тоже есть расклады. Понятно. А у тебя как идет с оплатой? Сначала услуга, потом оплата? Или сначала... деньги, потом ты знаешь, поначалу я говорила, что сначала услуга, потом оплата, потому что я подумала, что лучше, если человек, ну, будет доволен, да, и потом по доброй воле, так сказать, все равно оплачивает, потому что энергообмен, он же должен быть, правильно. Но я поняла, что иногда бывают такие ситуации, что даже если человек хочет, он не может перевести, так как я, повторюсь, я в Германии сотрудничаю, я работаю со всеми людьми, то есть и с Россией, и с Белоруссией, и со всех стран уже звонили. Иногда не получается оплаты, поэтому сначала предоплата, чтобы я уже была уверена и не просто так сделала работу, а потом даже человек иногда не виноват, но просто не может реально. Нет возможности оплатить. Угу. Поэтому там уже надо изначально будет договариваться как-то. Или по-другому, или никак.
Понятно. Ну, понятно, по Таро понятно. Вот там что-то у тебя еще, какой-то вот там диплом, что это? Что это такое? Там, расскажи, как это, что это? Ты имеешь в виду интеллект-тренер Суперджан? Да. Да, вот эти какие-то, вот эти все слова перечисленные, я вообще ни единого не понял. Ты расскажи хоть, что это такое. Интеллект, это в моем понимании, я не знаю, что такое. Тренинг, это тоже не знаю. Тренинги знаю, тренинг нет. Но объясни людям понятнее, чтобы это было понятно. Ну, я там тоже относительно недавно. Я прошла сама этот курс интеллект. Суперджамп он называется. Вот, это ассоциация такая, которая привлекает людей для того, чтобы они развивались, развивали свой интеллект. Я, в принципе, моя, скажем так, услуга в том, что я привожу туда людей, и с людьми уже работаю не я, а работают другие люди, которые имеют больше опыта, они показывают некие практики, они рассказывают о мышлении, они говорят, как человек может улучшить свою жизнь, свои жизненные, так сказать, условия, в том числе, как они могут больше зарабатывать. И то есть, чтобы ни человек не жил вот этими, как буквой «П», да, поспал, поел, попил, пописил, извините, покакал и спать лёгал, да, а чтобы, ну, своей жизни немножечко улучшил. Вот об этом вся ассоциация, в принципе. Так, Дмитрий у меня завис. Дмитрий отсоединился. Дмитрий, вернись, да. Сейчас он придет. Видимо, связь плохая. Дмитрий у нас в Болгарии живет. Я не знаю, какая у них там погода. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Сочетание с нумерологией. Нет, Лаура, я с нумерологией еще пока не работаю. С нумерологией, возможно, тоже, да, потому что я с нумерологией сама дружу, но пока не начала. Где ты пропал? Я снова здесь, я в бархатных штанах. Наверное, просто выбивает интернет. Ну, как-то сегодня какой-то может быть. А может быть, нас вдвоем с тобой просто не терпит вот эта техника. Это абсолютно нормально. Не все ж тебе свет зажигать и тушить, ломать часы. Поэтому, наверное, что-то происходит. На каком моменте у тебя пропала связь? Про что я рассказывала? Суперджамп? Я все слышал, все видел, только меня не было. Да, ну суть в том, что я зазываю людей, как бы я предлагаю вот увидеть с другой стороны, посмотреть на себя, на свою жизнь. И я пошла зачем на этот курс изначально, потому что я хотела проработать в себе тот страх, что общение с людьми, да, я как-то не особо любила вот выходить на публику или разговаривать там с другими людьми, общаться с другими людьми, да, находить общий язык. И этот курс мне действительно помог, он мне самой очень понравился, поэтому я решила, почему бы на этом и не заработать, и рассказать другим людям, поделиться с другими людьми таким позитивным опытом. Пусть тоже знают, как они могут улучшить свою жизнь. Они приходят там по видеосвязи, что-то происходит? Ну, то есть как-то там... Да, мы делаем, да. Надо собрать примерно от 5 до 10 человек. Это вот такая группа получается. И каждый день в 8 часов по московскому времени, если я не ошибаюсь, проводятся курсы. Девочку же зовут Ангелина, которая проводит курсы. У нее там уже немножечко ранг повыше. Я тренер первого ранга пока, потому что я решила, что я буду просто приводить людей. Я не хочу пока рассказывать им что-то как сама. Вот. И там говорится, опять же, о практиках и о всем остальном, что поможет в жизни человеку. Понятно. Я пока решила на этом только зарабатывать, скажем так. Пока на таком уровне.
Понятно. А там вот эти вот практики, вот там как улучшить жизнь и все остальное, там это платно происходит? Ну, группа там собралась какая-то Ну, и как группа там? собралась, они, конечно, они оплачивают совсем небольшая сумма, которую любой человек может себе позволить. Это не сходить один раз в ресторан, то есть, чтобы вы понимали. Вот. И это вклад в себя, это не трата денег, действительно, это вклад в себя. И я думаю, один час ежедневно на протяжении 10 дней может любой человек при желании для себя найти и себе уделить. Вот. Ну и вот так группа собирается, человек, да, оплачивает, конечно. Ну, сумма совсем небольшая, то есть чисто символические. Потому что человек работает, как бы, да, девочка проводит курсы, она тоже же тратит свое время, энергию. А там идет мотивация личности, я скажу так. Именно мотивация. Потому что в наше время, сам знаешь, как много людей потеряли себя и какой-то смысл в жизни, не знают, что делать, из чего начать, а там начинают именно с таких простых практик, с таких простых вещей. И это в такой манере происходит интересно. Они именно мотивируют вот людей, чтобы они воспряли духом и наконец-то увидели, кто они, что они, к чему вообще идет их вся жизнь. Понятно. Посмотри, там как раз вот по этому поводу вопросы, но у меня они уходят, я не могу их вернуть. Вот тут Лаура спрашивает, это ретрит, как это все? Вот у тебя, если двигаются вопросы, у меня они просто проходят, я не могу их опустить назад. То есть я успеваю прочитать, и он уходит. Тут написано, чем вы 35, это я не поняла, что такое, чем вы 35, простите. Так, смех. Как улучшить свою жизнь? Галиночка, ну, приходи на курс, тебе расскажут, как улучшить. В общих словах, в двух словах могу тебе сказать, просто изменить свое мышление. Потому что очень много людей мыслят совсем не в правильном направлении. Обратите внимание, с какими мыслями вы ложитесь и с какими мыслями вы встаете по утрам. Хотя бы с этого начните. А что значит ретрит? Простите. К чему это сейчас было, я не поняла. Ну вот то, что ты, вот то, что там проходит, это ретрит или не ретрит? Я тоже не знаю, что такое ретрит, но я думаю, может, ты знаешь это слово. Нет, простите. Не знаю, там практики, там мотивирующие слова, там ну вот мотивация по полной программе. Потому что много кому из людей нужна именно мотивация. У них, в принципе-то, все есть, а вот они там голову вот так склонили, а что я бедненький там. И, ну, там раскрывается личность полностью. Понятно. Мотивация — это по-русски волшебный пендель. Да. Да, скажем вот, так. Все, теперь я знаю, что такое мотивация. Теперь я знаю, что такое мотивация. Ну, здорово, замечательно. Интересная вот эта вот практика. То есть все сидят дома, да, собираются, и процесс пошел. Очень практично, очень удобно, и главное, что знакомишься тоже с людьми. Это подойдет также и к одиноким, например, там, женщинам или мужчинам, стеснительным, которые в силу сложившейся ситуации сейчас, может, сидят там больше или дольше дома, чем обычно. И вот почему бы и не познакомиться с людьми близкими по духу и по интересам. Хотя бы даже так. В принципе, можно из разных побуждений прийти в ассоциацию Мегаджамп. Это реально круто, Суперджамп. Понятно. Понятно. Тут что-то еще Лаура спросила. Перезагрузка через определенные действия. Ну, как-то так, Лаура, да. Как-то так. Так, как-то так и получается, да. Они говорят, что и как вы можете сделать, чтобы именно перезагрузиться, правильное, наверное, слово, да, чтобы изменить свое мышление и уйти, наконец, от вот этого негатива, который нас везде давит и не дает нам все-таки поднять голову там, где мы должны ее поднять. Или следовало бы нам. А эта организация, она в Германии, там у вас, то есть, или где она, база-то? Больше, чем 60 стран, и, соответственно, на всех языках мира эта ассоциация. Она, я сейчас не вспомню, наверное, по срокам, но она уже
более 10 лет 100% существует. И именно сейчас она начала вот так колоссально развиваться, потому что все больше и больше людей ищут себя. Раньше, наверное, такого не было. Как-то все по-другому жили или по-другому мыслили, как-то, я не знаю. Сейчас другая эра наступила. Добрый вечер. Ну да, добрый всем, добрый. Ну, замечательно, интересная штука. А расскажи еще по своим каким-то услугам, которые ты, вот там, как медиум, да, как это происходит? Ты принимаешь людей, как вообще, что еще у тебя есть? Дайте два, что у тебя есть? На дому я еще пока никого не принимала, я работаю онлайн, потому что это очень легко и просто. Мне нужно только лишь, чтобы человек включил видео, и мы с ним начали разговаривать, чтобы он сказал, какой у него вопрос, да, что он конкретно, чем я могу ему помочь, так сказать. И так я работаю с людьми, ну, медиум. Я не знаю, что конкретно каждый понимает под словом медиум. Я, наверное, больше отношу себя именно к экстрасенсам, потому что я имею некое, ну, назовем это шестым чувством, да. Через меня работают высшие силы, я проводник, я провожу человека к той информации, которая ему нужна. И обычно именно те высшие силы и этого же человека ко мне и приводят. То, что они говорят, вот я, многие мне именно это и говорят, что я почувствовала или я почувствовал, что ты мой человек, мне что-то подсказало, что ты мне можешь помочь. Это их силы, с которыми, ну, как, в которых они верят, они подталкивают их мне, почему я и стараюсь мелькать где-то, да, на всяких каналах, делать странички, потому что чем больше людей увидят, тем больше людей будут иметь возможность помочь себе через меня, скажем так. Я проводник. Понятно. А? Понятно. Почитай там что-то еще. У меня убежало. Я не могу почему-то вернуть, не знаю. Наверное, может, что скажете как-то про карту дня? А что я скажу про карту дня? Это такие расклады, которые работают на массу. И это если вы мне позвоните или там сообщите, да, скажите мне именно карту дня, это одно дело. А то, что общие расклады, то они кому-то проигрываются, кому-то не проигрываются. Как это именно конкретно работает, я вам не могу сказать. Мне, если идет информация, иногда утром просыпаюсь, и вот у меня прям надо сделать расклад дня. И я даже изначально уже знаю, что в этом раскладе будет. Это парадоксально, меня саму удивляет, но это так. И значит, некоторые видят, и те, которые ставят лайки, значит, им эта карта подходит. Я всегда даже говорю, оставляйте там комментарии, у кого проигралось, у кого не проигралось. Ну, видимо, люди или забывают, или лень писать. И вот именно про карту дня, к сожалению, не знаю, скольких она проигрывается. Но имеет место быть, конечно, и такой расклад. Можно вопрос, есть расы из другой вселенной, я себя чувствую драконом, но нас сюда запихали зачем-то. Расы определенно есть, это мое мнение, у меня уже был некий опыт. Прошу Дмитрия ответить, он, наверное, более конкретно может ответить на этот вопрос. А еще раз вопрос прочитай, а вот я вот я достал, есть расы, ай, опять убежала, сейчас, есть расы. Прочитай мне, пожалуйста, ушло у меня. Можно вопрос? Есть расы из другой вселенной. Я себя чувствую драконом, но нас сюда запихали зачем-то. Вопрос, нас сюда запихали зачем-то? Ну, за тем, чтобы вот просто запихать и посмотреть, что с нами будет происходить. Здесь непонятная замута произошла 250 лет назад, и, в общем-то, сейчас удивляться, наверное, нечему, непонятно, кто мы, как мы. Это как разбили несколько предметов и в ПФХ собрали и склеили из каждых предметов разный, получился какой-то один непонятный. Вот этот непонятный предмет, это и есть мы, конструкция, которая, ну, либо в понедельник с утра с бодуна собирали. Ну, в общем, не стоит удивляться, это абсолютно нормально. Зачем запихали? Ну, посмотреть, что произойдет.
Ну, однозначно, расы из другой вселенной ты тоже считаешь, что есть, правильно? Потому что мне уже неоднократно показывали, что да. Ну, да, конечно, но опять же, нас здесь немножко заблуждают по поводу вселенной. Они у нас здесь за забором все, то есть заборы тут ледяной, да, там их полно, безусловно, и все смотрят на нас, как, не знаю, «Дом-2» или там. Есть очень хороший фильм про персонажа, очень знаменитый, которого снимали, и он сам не знал, что его снимают. Это было шоу. Это шоу, ты помнишь, как он? Шоу кого называется? Шоу Трумана. Посмотрите шоу Трумана, и все будет вам понятно. Мы, скорее всего, тоже в неком шоу, которое на нас смотрят, пристально ржут, показывают пальцем. Ну, вот, наверное, так. Да, однозначно. Наша жизнь игра, не просто так говорят, да? Дракон в облике человека, спрашивает Лаура. Ну, как-то так, да. Рептилоиды, рептилии, это все имеет место быть, да, в облике человека, да. Трудно себе представить, но, да. И не только драконы. Это все реально. Именно так. Ну что, в принципе, все понятно, все понятно, все ясно по поводу вот услуг, которые ты говоришь как медиум, то есть приходите с вопросами, как это происходит и есть ли какие-то определенные рамки, да, то есть вот ты придешь, я тебе час стоит столько-то, да, я там на столько-то вопросов отвечу, или как-то по вопросам. Нет. Как вообще? Нет, у меня не почасовая оплата, я именно отталкиваюсь от запроса, потому что есть запросы, большинство приходит именно по поводу здоровья, да, некоторые присылают фотографию, я им могу сказать по фотографии, какие у них есть проблемы со здоровьем, каких у них нет проблем со здоровьем, я их как сканирую. Пока все у меня подтверждалось. Самое странное, что люди уже изначально знают, с какими они проблемами, и, наверное, им все-таки интересно это, что подтвердилось еще и вот таким способом. Нет, то есть от врача им, видимо, этого мало подтверждения. Если они приходят, например, чтобы излечиться от наркомании или там от пьянства или от таких вещей, то я слушаю человека, я вникаю в человека, я прошу опять же ту же самую фотографию, дату рождения, я имя прошу, и я на все это когда смотрю и работаю через огонь, через воду, я со стихиями работаю, и мне поступает некая информация, я примерно уже могу себе представить, сколько это по времени возьмет и по моей энергетике, энергии, вклад в этого человека, и отталкиваюсь уже от этого и ставлю цену. Ну, да, почасовая, она для меня, так сказать, работа, да, но не для оппонента. Ну, в любом случае, связь через там WhatsApp, да, который ты оставляешь, да. Ссылки, которые, по которым либо в директ, либо там те ссылки, по которым находят тебя, переходят, и вот. Ну, супер, еще что-то есть у тебя, что-то рассказать? Какая цена, вот спрашивает Галина, какая цена, Галиночка, зависит от того, каким методом решим с клиентом обработать его запрос, потому что если это относится к шаманству, например, к погружениям, к шаманскому дыханию, то там начинается от 40 евро и доходит до 350 евро. Я могу только в евро озвучивать, простите, я сейчас в рублях не разбираюсь, но у всех есть интернет, могу, наверное, сделать перевод себе, чтобы понять. Понятно. Пока что такие... еще? Что еще можешь рассказать про себя, про услуги, про, ну, вообще, что бы ты хотела поведать? Какие-то услуги есть еще у тебя? Ну вот я перечислила, это таро, это шаманское дыхание, это погружение шаманское, можно через медитации, и для остальных услуг мне нужны люди, чтобы они были рядом, это массаж, именно точечный массаж по тем местам, которые у человека вот бывают как за
заело, да, и я, если нажимаю на эти точки, потом тело расслабляется, что человек может так расслабиться, что аж засыпает. Но для этого, естественно, мне нужен человек вживую. К сожалению, такие практики не проводятся онлайн. Вот. Некоторым людям просто нужно указать, так сказать, куда смотреть. И, то есть там разговором больше можно человеку помочь. Да? Они вот когда высказывают даже свою проблему, почему я говорю всегда, чтобы они на WhatsApp не скидывали голосовое или хотя бы по телефону, чтобы обсудить. Они когда рассказывают, потом тут же скидывают, мне кажется, я поняла, но я послушаю тебя. Вот иногда даже так происходит, даже такого рода помощь. То есть по-разному происходит, Дмитрий. Нет какого-то вот определенного сценария. Когда человек обращается, я начинаю что-то вот сразу интуитивно опять же и делать, или может духи со мной так взаимодействует сразу. Я иногда не понимаю, что я беру и зачем я беру. Но когда я это беру, и вот у меня мысли поступают, информация поступает, я начинаю писать, я аудио скидываю обычно, или видео, или аудио, чтобы донести информацию. Понятно, понятно. Ну, смотри, там, если есть вопросы, читай, потому что у меня все встало, у меня я их не вижу, ничего, никого. Благодарю за ответ. Какая цена услуги? Я сказала, это и была благодарность. Так, ну, все, у кого-то ограничено время, ничего страшного. Подобные эфиры еще будем проводить. Так, в твоем поле просыпаются. В моем поле просыпаются, ну да, как-то так, наверное. В каком смысле в моем поле? Ну, при работе, наверное, когда ты работаешь с ними, когда они попадают в твое поле, ну, наверное, так. Я не вижу вопроса, но я примерно понимаю, о чем. Да, в мое поле они как раз-таки попадают, если действительно им нужна помощь, и если действительно они пришли ко мне по своему внутреннему некому, да, вот этому желанию. Так и получается, что в этот момент поступает информация. То есть если я просто так общаюсь где-то с людьми, мне никакая информация, слава богу, не идет. Я бы не хотела, наверное, о каждом человеке что-то знать. Хотя бывают такие случаи, пару случаев было, когда действительно сидела бабушка рядом, и вот мне поступает информация, успокой ее, я думаю, в смысле успокоить. Я смотрю, да вроде она спокойная сидит. Нет, успокой ее, скажи, что у нее все хорошо с здоровьем. Ну, я повернулась, сказала, у вас с здоровьем все хорошо. Я не знаю, куда вы бегаете и зачем, говорю, ну, у вас все в порядке. Она сначала посмотрела, так подумала, я думаю, ну все, бабушка, наверное, убежит. Она говорит, спасибо большое, я только от врача, и меня действительно успокоили, а я уже думала, и давай мне там рассказывать, что она там думала. Бывают и такие случаи, да. С какими духами я работаю, вы работаете? С разными. С какими? Вы знаете, духи такие интересные очень особи. Они хотят взаимодействовать, они прям стучат, гремят и прям рвутся, так сказать, в общение. Ну, если вы имеете в виду с духами, которые с мертвого мира, я еще пока к ним не пришла, но обязательно буду с ними тоже работать, буду тоже взаимодействовать с ними, обязательно. Но еще надо немножечко время, еще кое-чего не хватает. Дмитрий, ты можешь пояснить, наверное, лучше, какие духи бывают, чтобы может им, ну как, было понятно, потому что как я могу духи объяснить? Духи у каждого свои, так же как штаны, рубашки и все остальное. Духи абсолютно, ну какие они бывают? Они бывают просто духи. Бывают маленькие, большие, бывают. В основном это информация, та, которую они дают. Кто-то дает про людей, кто-то дает про болезни, кто-то дает про финансы. То есть это как тематические, наверное, духи тематические. А, безусловно, есть не тематические, это как какие-то там, не знаю, огня, воды. А это духи скорее энергетические, чем тематические. Вот, наверное. Ну, у меня, например, они по тематикам. То есть каждый отвечает за свой какой-то сектор знаний и набор знаний. Все они по-разному
Кто-то больше, кто-то меньше. Есть те, которые приходят в сновидениях, есть те, которые постоянно включаются, когда я начинаю работать. И те, которые рассказывают про людей, про их проблемы. Я-то как Дмитрий в работе ничего из себя не представляю. Это все они работают через меня. Вот, наверное. Вот я сегодня, кстати, была сама в погружении шаманском, и меня опять же зазывали, хотели показать свой мир, вот именно с миром мертвых, на который я только спустилась, но взаимодействия как такового не произошло. Но будет в ближайшем будущем, я думаю, будет. И думаю, что это многим людям, кстати, будет интересно, потому что бывают такие ситуации, когда люди внезапно уходят, а им не досказано что-то, не высказано, да, и хотят люди передать и пообщаться с ними, обняться с ними. И вот я думаю, им это будет интересно тоже очень. Да, думаю, очень хорошей практикой будет интересно. Ну, здорово, все здорово. Благодарю за рассказ, за интересную информацию. Надеюсь, что кому интересно, те тебе будут писать, стучаться и о чем-то запрашивать. Если у кого-то есть интересная информация вообще, тоже пишите. Всегда готовы пообщаться и получить от вас, может быть, интересную информацию, может быть, что-то с вами происходит. Может быть, вы в каких-то других мирах живете, так же, как и мы. Вот. Поэтому, да. Если вы не можете держать себе, не держите, ищите людей, таких же ненормальных, как и вы. Приходите, стучитесь, берите общение. Да, это я тоже бы хотела посоветовать, чтобы поменьше боялись люди и побольше доверяли себе, тому, что видят, тому, что слышат, и тому, что к чему тянется сама душа, а не то, что вам сказали, кто-то вам сказал, что это быть не может правдой. Кто вам ничего, никто не должен говорить. Слушайте себя и доверяйте себе, своей интуиции, побольше. Да, все так, все верно. Лаура, и тебе большая благодарность за участие и всем остальным, кто присутствовал при нашем эфире. Очень приятно, что хоть пришли люди послушать. Есть надежда, что люди проснутся, так сказать, да? Увидят, где они и в чем они живут. Да, всех тоже благодарю. У меня не видно никаких комментариев, все остановилось. Ну, вот Александра читает вас, она всех видит вас. Ну, тогда и я вас благодарю. Пелагея Марина тебе вон посылает. Приветики, Дмитрий. С цветочками. Да. Замечательно. 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 Ну что тогда? Тогда на сегодня завершаем эфир. Если интересно кому-то, пишите Александре. Общайтесь, взаимодействуйте. Здорово, Дмитрий. Большая благодарность. Мне самому очень понравилось. Замечательно. Давай, до следующего. Друзья, до связи. Да, да. Всем большое привет. Пока-пока.